Вітаю, це програма «Точка зору». Сьогодні її в нашій студії висловлює Сергій Тисленко, голова об'єднання профспілок Харківської області. Рада вітати вас, пане Сергію, в нашій студії. Останнім часом профспільчани от системно проводять акції, якісь мітинги, пікети. Ці заходи мають такий протестний характер. Профспільчани вимагають якось от затримати ті інтенсивні зміни, які намагається парламент внести в трудовий кодекс. Зокрема, знаю, що от не так давно проходили по всій Україні акції. Харківщина не була винятком. 30 червня пройшли акції, попереджувальні акції протесту проти прийняття законопроекту 2681. В чому там проблема, чим цей викликає таке занепокоєння цей законопроект саме у профспільчан? Ну, если говорить самое главное, вот такой, охарактеризовать данный закон в целом, он антипрофсоюзный, он антиконституционный и антинародный. И он же антинародный. Проект закона 2681, он касается конкретно деятельности профсоюзных организаций. Но решая, вернее, ущемляя интересы профсоюзов в целом, он ущемляет интересы людей труда. Он запрещает профсоюзам коллективно отстаивать интересы и права наемного работника. Он ущемляет профсоюзы в части создания профсоюзных организаций. Он забирает права в части общественного контроля за действиями работодателей по выполнению и коллективных договоров, и законов, которые на сегодняшний день, к сожалению, зачастую нарушаются работодателями. Поэтому там много составляющих, которые в конечном итоге отражаются на активной позиции работников того или иного предприятия или организации. И убивают инициативу людей, которые на сегодняшний день проявляют инициативу в части защиты своих интересов, а с принятием данного закона они не будут иметь никакой защиты. Если сегодня профсоюзный активист, зная, что если он активно принимает участие в защите там, или решении какой-то проблемы трудового коллектива или профсоюзной организации, понимает, что его уволить за его активную позицию без согласия профсоюзного органа, в который он входит, или вышестоящий, работодатель не имеет права. Данным законом все это упраздняется, и работодателю отдается на откуп. Если человек занимает активную позицию в том или ином вопросе, работодатель его свободно уволит без согласования с той или иной профсоюзной организацией, вышестоящей или в той, которая работает данный работник, и у него не будет по этому поводу проблем. Доволі такі серйозні звинувачення. Хотілося б трохи більше конкретики, що означає, от, зменшує. Ну, от такий конкретний приклад один ви навели, що дається більше свободи роботодавцю для того, аби, ну, можливо, наводити менше аргументів для того, аби звільнити людину з роботи. Щодо інших от, прав, якихось свобод, контролю за роботою роботодавців, от конкретні якісь пункти, норми, бо неоднозначне ставлення до цього законопроекту. Доводилося там передивлятися якусь аналітику, думку західноєвропейських якихось там бізнес-асоціацій, які в цілому там говорили схвальні, давали відгуки на ті зміни в законодавствах, які відбуваються в Україні в напрямку саме зміни трудового кодексу. Ну, я сразу хочу от по поводу того, що хто дає заключение по поводу, это тоже ассоциации работодателей, те, которые поддерживают своих коллег на уровне Украины. А мы должны смотреть, насколько в той или иной ситуации человек наемного труда будет защищен. Вот та сложнейшая ситуация, в которой оказалась сегодня Украина в части экономического развития и в части предоставления рабочих мест и в части заработной платы, казалось бы, должна в этой ситуации защитить законами гражданина Украины.
дать ему возможность, во всяком случае, выжить в этой сложной ситуации, у нас происходит обратный процесс. У нас государство отказывается от тех государственных норм, которые были и давались непосредственно рядом законов и Конституции Украины, а все отдается на откуп работодателю. Пожалуйста, решай. Трудовые отношения – это две стороны должны сесть и решить этот вопрос. Работодатель и работник. И мы понимаем, что в этой ситуации выиграет, естественно, работодатель. А привести пример, например, что забирают на сегодняшний день и у профсоюзов право. Например, если работодатель не выполняет законы, нарушает законы Украины. Если работодатель не выполняет коллективный договор, те обязательства, которые берет профсоюз, той или иной организации или предприятия, имеет право обратиться в ту инстанцию к собственнику на предмет недоверия данному руководителю и отстранения его от должности. Ну, казалось бы, о, такие права широкие, но есть тормоз, который решает все проблемы. Если работодатель не согласен с той или иной оценкой, которую дает профсоюзная организация по отношению к его действиям, есть суд, и суд рассудит. Но на сегодняшний день все это, как говорят, убирается в сторону и отдается на откуп снова тому же работодателю. Пугает даже другое развитие событий по поводу этого закона 2681. Он, казалось бы, касается чисто профсоюзных структур. И многие говорят, это профсоюзы защищают свой мундир, они не хотят потерять свои кресла и так далее и тому подобное. Но это касается в полной мере тех людей, которые на сегодняшний день работают в тех или иных организациях. Их право на коллективную защиту. Если отбирается это право, ну, например, работодатель, ну, не нравится работник, не нравятся его глаза. 35-я статья. И вот увязка с тем проектом закона 2708, о котором мы в этой студии уже говорили, очень тесно увязана. И сегодня даже не приняв этих законов, не рассмотрев их даже в первом чтении, но Кабинет министров уже применяют эти нормы, приняв программу действий Кабинета министров в той ситуации, в которой оказалась сегодня страна в связи с коронавирусом. И там отдельные нормы с посылами на те изменения и дополнения к данным законам уже звучат. И я вам скажу, Комитет Верховного Совета по социальным вопросам и по защите прав ветеранов уже тоже принимает свои решения, независимо от того, какие законы на сегодняшний день действуют в Украине. Они считают, что те проекты законов, которые на сегодняшний день они продвигают и лоббируют откровенно, и прямо, и открыто, что они уже работают. Ну, я приведу пример. Голова комітету Галина Третьякова, «Слуга народу», є співавтором цього законопроекту 2681. Да, і не тільки вона, говорили. Там цілий ряд руководителей комитета Верховного Совета. Поэтому сложная процедура. Если тот закон 2708, который рекомендовалось рассмотреть в Верховной Раде, был отозван в связи с тем, что он был наработан и выдвинут Кабинетом министров, то данный закон готовился и подан народными депутатами. Поэтому такая норма его не ожидает. И вот я как раз по действиям комитета. Мы собрали более 25 тысяч под петицией профсоюзов в части нерассмотрения данного закона в том варианте, который предлагает комитет. Казалось бы, вы Верховная Рада, вы комитет Верховной Рады, вы должны рассмотреть в рамках действующего регламента Верховного Совета, ну и законов, которые на сегодняшний день работают в Украине. К сожалению, этого не произошло. Комитет рассмотрел и рекомендовал принять к сведению, что свыше 25 тысяч граждан Украины подписались под этой петицией, и рекомендовать Верховной Раде принять закон в первом чтении.
и ответить заявителю, который обратился с этой петицией, инициатору этой петиции, ответить то, что принято данное решение. Казалось бы, есть документы, которые на сегодняшний день обязывают комитет вынести данную петицию на рассмотрение Верховной Рады и потом уже решением Верховной Рады ответить по данной петиции. И это, к сожалению, не происходит. Вот как пример, что на сегодняшний день еще не приняты законы, а отношение к профсоюзам на сегодняшний день уже строится по тем проектам законов, которые выносятся данным комитетом Верховной Рады. Сергій Анатолійовичу, а чи припускаєте, що, може, ставлення до профспілок змінилося, ну, не тільки завдяки такому ставленню з боку там народних обранців певних або ініціаторів таких змін, які наразі вносяться, можливо, і самі профспілки десь от дали слабину? От ви говорили, що зараз такими змінами позбавляються люди можливості колективного захисту. Приклад такого колективного захисту в тих ситуаціях, які сьогодні переживаємо. От у нас непрості ситуації опинилися наші медики. Ми спостерігали, як на перших порах початку пандемії просто з усіх якихось джерел намагалися донести медики інформацію про те, що не вистачає в них засобів індивідуального захисту, що працюють вони в непростих умовах, але в думку профспілки профільної саме працівників медичних в цьому в потоці інформації якось чути не довелося. Ну, я скажу, нельзя говорить так однозначно, что не было голоса профсоюзов. Я вам скажу, по этому поводу проводили и акции профсоюзы, и на уровне первичных профсоюзных организаций, и на уровне не федерации, а центрального комитета. Была активная позиция. Я вам скажу, мы, например, объединение профсоюзов тоже приняло активное участие в части поддержки наших медицинских работников. Мы приобрели аппараты для нашей областной инфекционной больницы, тех, которых не было. Я вам скажу, та благодарность самих медиков, мы передавали это непосредственно там в больнице, говорит о том, что вот такое участие общественных организаций, которые, извините, используют свои небольшие членские взносы, которые перечисляют люди труда и одобряют эти действия. А в части защиты, вы же понимаете, вот когда кабинет министров пишет программы и обещает произвести выплаты вовремя, с увеличением, в процентном отношении и так далее, это немножко успокаивает людей. Но когда приходит на поверку то, что обещали, к сожалению, не получается, тут или вот тогда, защищают права медиков. Вот тогда наступает вот тот процесс, который, кстати, вы вспомнили, было 30 января этого года, когда мы проводили все украинские акции во всех городах по 2708, в том числе там были и лозунги, и требования в отношении медиков. И 30 числа июня месяца то, что мы проводили, это тоже была всеукраинская акция. В каждом городе проводили информационные пикеты, пусть небольшие какие-то митинги, в части разъяснения людям того, что принятие данного закона, извините, ставит нас в рабское положение. Вот тот рабский закон, о котором мы говорили, 2708, это развитие данного закона уже с переносом на действия и урезание прав и свобод самой крупной общественной организации. Общественная организация, которая внесена в Конституцию Украины. И, казалось бы, понимая, что идет нарушение, серьезнейшее нарушение и Конституции, и законов Украины, и наших международных договоренностей. И на удивление, непонимание того, что даже комитеты Верховной Рады принимают решения в части того, что данный проект закона противоречит Конституции и Европейской хартии. Но я называю не один комитет, я могу назвать 4 или 5 комитетов, которые дали свои заключения, что те нормы закона, которые имеет на сегодняшний день проект закона 2681, он противоречит всему и вся.
До розглядання цього законопроекту ще повернемося, але ще в мене невеличке уточнення, якщо вже ми торкнулися теми медиків. Наразі в Харківській області управління Держпраці проводить розслідування за понад 200 випадками за зараження, захворення самих медиків коронавірусом, за що і передбачаються там виплати, і страховки. І професійне захворювання. Так, і бачимо, так, і бачимо, що ведуться ці розслідування, тобто медикам ще доводиться, треба якось довести, що вони захворіли під час виконання своїх професійних обов'язків. І отут от також профспілки, чи надають, чи відстоюють права цих медиків, чи допомагають якось там консультативно, там юридично. Ну, здавалося, ось ця ситуація, де мають підставити плече профспілки? Це обов'язкове участие, і оно є. Я вам скажу, активна позиція в цих питаннях по відстоюванню інтересів працівників сфери медицинських услуг, вона повинна усилюватися з кожним днем. Почему-то вот сьогодні впечатлення, що немножко послаблення є в части заболеваемости, но то, что проявляются эти заболевания у медиков. И, кстати, вот вопросы по тому, чтобы заболевание коронавирусом у медицинских работников признать профессиональным заболеванием, это тоже была четкая инициатива и Центрального комитета работников медицины, и Федерации профсоюзов Украины. Поэтому сказать, что профсоюзы в стороне от этих очень больных вопросов, нельзя этого никак сказать. Поэтому и активное действие вот, на сегодняшний день, вот те требования, которые нарабатывались и выносились, вручались Верховной Раде, направлялись президенту Украины, кабинету министров, везде по медицинским работникам позиция Федерации профсоюза Украины и центральных комитетов, территориальных объединений, она присутствует. Поэтому здесь обвинить профсоюзы... Мы никого не звинувачуємо, да. Я просто цікавлюся, чи дійсно беруть участь профспілки. Принимают обязательно участие. Зрозуміло. Про законопроект 2681, от якщо коротко говорили ви, що і від контролю відсуваються профспілки, роботи, взагалі виконання якихось законів роботодавцями профспілки відсуваються. Але от, ну, коротенько, якщо пройдемося про основні положення цього законопроекту, допускається існування максимум 2 профспілкових організацій на підприємстві. Ну, але хіба цього недостатньо? Це нарушення. Я вам скажу, якщо ми йдемо в Європейське Содружество, конвенція номер 87, там якраз чітко прописано. Пожалуйста, буде, може бути, і 5 організацій профсоюзних. Конкуренція. Мы надеемся, что в конечном итоге будет активная позиция. Если сегодня, извините, дают оценку категоричную тем или иным профсоюзам, пожалуйста, создавайте новую, создавайте конкуренцию, доказывайте и показывайте, что данный профсоюз более эффективный для трудового коллектива. На сегодня поэтому это есть, это присутствует на практике. Да. Да. А здесь ограничения не более 2 или создание профсоюзной организации. Если на сегодняшний день достаточно 3 человека, создаем так профсоюзную организацию, работаем. В данном проекте не менее 10. Это мы, извините, отрезаем возможность малого и среднего бизнеса создавать там те структуры, которые будут отстаивать интересы наемного работника. Поэтому то, что, ну и самое удивительное, если на протяжении всего этого времени и пани Третьякова, я еще раз акцентирую на ней внимание, говорила, что нам необходимы профсоюзы, которые понимают и развивают социальный диалог, тем самым, вот принятием этого закона, есть угроза разрушения данного диалога. Трипартизм, который должен присутствовать в отношениях и решении любых вопросов между работодателями, властью и профсоюзами, тот, который проповедует Международная организация труда, он разрушается. И если на сегодняшний день нет понимания того, что мы приведем к тому, что социальный мир, который, слава богу, есть на сегодняшний день в Украине, будет под угрозой. В части того, что будет понимание того, что данный закон касается не только профсоюзов, а каждого работника. И я думаю, понимание того, что дети
людей, которые сегодня работают на предприятиях, в организациях, они придут на предприятия, они придут в организации, и у них не будет права, возможности защищать свои интересы коллективно. В Европе это есть, мы туда идем. Есть, извините, документы, которые подписала Украина. И наш комитет, Государственный комитет по вопросам интеграции и развития отношений с Евросоюзом сам указывает и подтверждает, что нарушаются права в части контроля по условиям труда, правовой защиты и тех, кто отстаивает интересы, и самих работников. Вы извините, на это надо обращать внимание, надо. Мы ведь не стоим на позиции того, что нельзя ничего менять в этих законах. Да, надо менять. Но, извините, меняют тогда, когда есть какая-то уже не просто формула, которую нарисовали, а есть уже устоявшиеся, извините, морально-этические отношения, ответственный бизнес по отношению к людям. Это то цивилизованное, к чему мы стремимся. На сегодняшний день у нас, извините, таких цивилизованных отношений, к сожалению, нет. И поэтому сегодня государству сбрасывать те гарантии, которые дает оно по отношению к наемному работнику, никак нельзя. Это преждевременно. Да, надо изменять, но соберите три стороны социального диалога. И вот трипартизм, о котором я говорил, вот здесь должен выруливать и находить те золотые середины, которые будут удовлетворять и потребности работодателя, извините, защитят человека наемного труда. Я приведу другой пример закона. 2682 – это о забастовках и локаутах. Там работодателю дают возможность защитить себя от вот этих активных действий работников. Локаут остановил предприятие, и живите как хотите. Но разрешают проведение забастовки только на конкретном предприятии. А в масштабах территории, национальной забастовки, отраслевой забастовки вообще не идет речи. Так какие здесь равные условия? Как можно сегодня повлиять на работодателя? Просто подписать договор, в котором будет определено все и вся, и он скажет, ну, зачем нам коллективный договор и коллективная ответственность за выполнение, если мы с тобой подписали, вот здесь я определил вот эти главные моменты, заработную плату, условия труда и так далее, и далее. Тебе этого достаточно. Если ты не согласен, пожалуйста, вон дверь, напевно, іди вибирай. Вивчати треба всім нам законодавцям, зокрема ті новації, ініціативи, які сьогодні на розгляді і, можливо, вже завтра перетворяться на діючі чинні закони. Два пункти ще хотілося б встигнути висвітлити, зупинитися. Створення зовнішніх контрольних комісій з невизначеними повноваженнями щодо профспілок. Що це за норма? Якось наче зовнішні контролюючі комісії, ну, на сьогодні якісь наглядові ради, це дуже популярно сьогодні. Чому тут? Вот удивляють, или это незнання, или это попросту желання вмішатися вот в то святое неприкасаемо. Ведь профсоюзы независимы от власти, работодателя, они зависимы только от членов профсоюза, которые их, так сказать, создали и по отношению к ним отчитывается. Поэтому створення зовнішніх контрольних комісій. Да, у нас, согласно действующего устава, есть ревизионные комиссии, которые избираются на конференции, на съезде, на собрании, которые контролируют вопросы финансовой деятельности, исполнительской дисциплины и по всем моментам жизнедеятельности организации. Нам же предлагают, извините, мы создаем комиссию, вы подконтрольны государству, отчитываетесь по использованию денег. Это деньги, которые работник, как членские взносы, передает организации, и она распоряжается ими. И эта организация отчитывается. А сегодня нам предлагают, давайте, чтобы в эту комиссию, которую предлагают, мы еще предлагали и как включали в состав этой комиссии даже не членов профсоюза, вы меня извините, независимых, кого угодно.
Такое право у Ревкомиссии есть. Если надо подключить кого-то, что-то сделать, независимую экспертизу или что-то еще, пожалуйста, это такое право есть. Но это вмешательство во внутриуставную деятельность организации. И это нарушение тоже конвенции МОД 87, 135 и 158. Наши законодатели должны эти вещи хотя бы смотреть, чтобы потом не стыдно было, извините, отвечать на те или иные вопросы, которые будут поставлены на той или иной встрече. Я надеюсь, такие встречи будут. А в общем, все мы вот эти замечания, предложения, свои видения изложили популярно, со ссылкой на Конституцию, на законы, на конвенции международные, на все договоренности, которые есть на сегодняшний день на уровне Украины и ЕС, и показываем, насколько неправильно и беззаконно действуют наши структури власті, які пишуть закони. Передача державі профспілкового майна, яке перебуває у володінні профспілок протягом майже 30 років після здобуття Україною незалежності. Тут якою є ваша реакція? Що Больной вопрос. Передача державі. На сьогодні відбувається так багато процесів з роздержавлення якогось майна. У нас роздержавлюються там ЗМІ, роздержавлюються заводи, великі підприємства. От тут що це? Тут навпаки, державі треба повернути це майно. І про яке майно йдеться на сьогодні? Яким майном володіють профспілки? Я вам скажу, яким майном? Ранее в управление, хозяйственное управление передавали те или иные санатории профсоюзам, здравницы, оздоровительные лагеря и так далее. Здания под объединения профсоюзов, которые создавались на территориях, в областях. На сегодняшний день хотят все это, как говорят, забрать. На основании чего? Постановление Верховной Рады. Но это, вы меня извините, это не решение суда, это не закон. А есть подтверждение и документальное подтверждение, что лучшие специалисты, правовики Украины сказали, что это незаконное действие. Если вы хотите, да, если по отдельным санаториям, например, там есть часть государственная, и есть часть профсоюза. На протяжении определенного времени профсоюзы там уже на протяжении 50 или 60 лет, например, пользовались этим объектом, и они вложили туда столько денег для того, чтобы оно развивалось, оно строилось, приносило, так сказать, услуги нашим людям. И если суд определяет, пожалуйста, там часть, например, государства такая-то, часть профсоюзов такая-то, будет определенное решение. Это решение суда. Но отбирать, например, объекты, которые строились за профсоюзные деньги, я приведу пример Полтавской области. Облсовпроф, который, ну, вначале там два здания облсовпрофа, но одно было историческим памятником, там профсоюзы не протестовали, забирает государство, пожалуйста. Но теперь государство взяло и не знает, что с ним делать. Туда надо вкладывать деньги и сохранять этот исторический памятник. А на протяжении всех этих лет профсоюзы делали. А второе здание, которое строилось профсоюзами, понравилось прокуратуре. И они через фонд «Война», извините, приняли решение первой инстанции и так далее, потом пересмотрели и так далее. Но на сегодняшний день его тоже отобрали у профсоюзов. То кровное, что строилось за деньги профсоюзов. О каком правовом государстве мы говорим? Тобто тут может быть такое лоббирование чьих-то интересов? Совершенно верно. Было бы понятно, если бы эти объекты брали и развивали, в них вкладывали деньги, и они работали еще лучше. Но на сегодняшний день профсоюзы, которые содержат санатории, на сегодняшний день эти санатории работают на людей. Это цены, которые приемлемы для людей наемного труда, которые живут за ту копейку, которую зарабатывают. И если же сегодня передать фонду «Майна», я уверен, через некоторое время эти объекты будут проданы с молотка, и то, что там построят, высотки или, может быть, дачи, или что-то еще, в этом я тоже не сомневаюсь. Поэтому мы отстаиваем сегодня интересы тоже людей, но могут сказать граждане Украины.
например, громадяни України. А що мають от этих санаторіїв член профсоюза? Какую льготу? Да, в этом вопросе надо еще работать. Но на сегодняшний день есть постановление и у профздравницы, и у профтура по объектам, которые на сегодняшний день есть у профсоюзов. Члены профсоюза имеют 10-15% в зависимости от времени года, от экономического состояния данного объекта давать ту или иную услугу. Но я еще говорю, есть законные пути решения этой проблемы. И если это делается в рамках действующего законодательства, никто возражать не будет. А если это ломается через колено, то вы меня извините, к хорошему это тоже не приведет. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, от акції ті, що проходили, вони мали назву попереджувальні акції. Що далі? Попередили, якщо реакції немає, але прошу вас бути лаконічним, час програми вже зрозумів. Да, це були предупредительні акції. І якщо ми не будемо услышаны, на сьогоднішній день ми працюємо і з кабінетом міністрів, і з прем'єром, и головой Верховной Рады, и с президентом в части налаживания, так сказать, социального диалога, который, может быть, позволит решить все проблемные вопросы, которые на сегодняшний день. Подвижки, например, на уровне кабинета министра уже есть. Была встреча и работодателей, и профсоюзов с премьером, на котором есть и протокольное решение. И есть желание, вот я сегодня получил письмо от Федерации профсоюза Украины, где премьер благодарит за активную позицию в части подготовки бюджета на 2020 год и на нашу, и рассчитывает на активное участие профсоюза в формировании бюджета государства на 2021 год. Поэтому, я думаю, может быть, мы будем услышаны, но другой вопрос. Все зависит от того, насколько желание того или иного руководителя, того или иного уровня может отразиться на развитии социального партнерства и социального диалога, который на сегодняшний день необходим по всем вопросам. И в завершение, если не будет реакции от руководителей государства, профсоюзы проведут, и это не за горами однозначно, серьезную профсоюзную акцию в масштабах всей Украины. Вот то, что было 30 января, 30 июня, я думаю, это будет немножко помощнее и более долгосрочно. Потому что власть привыкла, профсоюзы пришли с лозунгами, постояли 3 часа, покричали, погудели, отдали требования и ушли. Я думаю, в этот раз будет несколько иначе. Но я хочу обратиться к нашим пересічним громадянам України, жителей області і міста. Не будьте равнодушны к происходящему. Принятие этих законов – это будущее ваших детей, это будущее ваших внуков, правнуков. И если на сегодняшний день развалить систему коллективной защиты, право отстаивать интересы человека труда на всех уровнях и гарантий государственных и оставить один на один с работодателем, вы извините, легкой жизни у наших детей, внуков и правнуков не будет. Поэтому надо быть ответственными и по отношению и к себе, и по отношению и к детям, и внукам. Ставимо тут крапку. Закликаємо бути відповідальними і уважними до всього, що відбувається, і бути готовими розділяти цю все-таки відповідальність, а не завжди говорити, що там хтось винний. Завжди маємо розділяти відповідальність від того, можливо, іноді через свою байдужість, неуважність. Будемо уважними, не байдужими. Дуже дякую за цікаву розмову. Це була точка зору Сергія Тесленка, голови об'єднання профспілок Харківської області. На все добре.